Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников. Джеймс Коллинсон. Художник викторианской эпохи, член братства прерафаэлитов с 1848 по 1850 год. Родился в Мэнсфилде, Ноттингемшир, 9 мая 1825 года. Был сыном книготорговца. Поступил в школу Королевской академии. Был сокурсником Холмана Ханта и Данте Габриэля Россетти. Данных очень мало. Данные из переводной Википедии. Коллинсон был набожным христианином, которого привлекали религиозные аспекты прерафаэлитства и высокая церковь. Обратившийся в католицизм, Коллинсон вернулся к высшему англиканству, чтобы жениться на Кристине Россетти. Но совесть вынудила его вернуться в католицизм и расторгнуть помолвку. В период своего прерафаэлитства Коллинсон написал длинную религиозную поэму. Создал ряд религиозных произведений, одно из которых – «Отречение святой Елизаветы Ингерской». После своей отставки Коллинсон отправился к принятию священства в иезуитском колледже, но не завершил учебу. В 1858 он женился на Элизе Уиллер, одной из своячниц художника Джона Роджерса Герберта, оказавшего раннее влияние на прерафаэлитов. Вернувшись к своей художественной карьере, написал ряд светских жанровых картин, наиболее известной из которых является «Сдается и продается», обе из которых беззаботно изображают хорошеньких женщин в ситуациях, наводящих на мысль о моральном искушении. Был секретарем общества британских художников с 1861 по 1870 год. Умер в апреле 1881 года. Ну, так вкратце, данных мало о художнике викторианской эпохи, члене братства прерафаэлитов Джеймс Коллинсон. Пока-пока, до свидания.